приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Humarex P08 Parabellum. В комплекте поставки нас ожидает руководство по эксплуатации и сам пистолет. Как следует из названия, это пневматическая реплика легендарного немецкого пистолета Люгера, известного как P08. Корпус у данной реплики монолитный, изготовлен полностью из металла. Пластиковыми являются лишь очень приятные и удобные накладки на рукоять. Длина пистолета составляет 216 мм, а вес внушительные 820 грамм. Стрельба ведется при помощи стальных шариков калибром 4,5 мм. Источником энергии является баллончик с газом CO2 на 12 грамм. По заявлениям производителя, максимальная скорость выстрела достигает 125 метров в секунду. Одного баллона хватает примерно на 70-80 выстрелов. Магазин вмещает до 21 шарика. Предохранитель расположен с левой стороны корпуса. Ударно-спусковой механизм здесь двойного действия. Прицельный механизм нерегулируемый, открытого типа. Качество сборки у данной модели находится на высочайшем уровне. Солидный внешний вид делает эту модель пригодной не только для развлекательной стрельбы, но и в качестве коллекционного экземпляра, а также реквизита для исторических реконструкций. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!